Волонтер – это человек, который помогает другим, так как это веление его души. Это добрый человек, который делает бескорыстно какие-то полезные для общества дела. Это добрый человек, который любит помогать людям. Это человек с горящими глазами. Человек, которому хочется творить, хочется узнавать что-то новое, хочется развивать себя и развивать все вокруг окружающее. Это человек, который готов бескорыстно помогать другим, который считает, что это часть его жизни и не может даже без этого представить себя. Волонтерство, в принципе, мне кажется, таким направлением, которое именно оно максимально искреннее, потому что здесь нету ни какой-то заработной платы, да, или чего-то подобного. То есть вот какой-то неподдельный интерес. Ну, прежде всего, волонтер – это человек, который умеет отдавать. Ему не нужно ничего взамен, просто помощь людям. Неважно, в какой среде, просто помощь. Отвечу фразой, которую сказала одна из наших серебряных волонтеров. Добровольно, бесплатно, с любовью. Я считаю, что эта фраза раскрывает сам вопрос.